Российские войска встречают. О, хорошо. А ну, разверните вот эту тряпочку. Знамя, знамя разворачивайте. Да, 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 да. Подходите. Во, во, во. Вы нас ждали? Конечно. Ждали, да? Очень ждали. И молились за вас, и за Путина, и за весь народ. Конечно. Снимай. Вот. Сейчас я вам же отблагодарю вот это, то, что вы ждали. Давай, отключим. Давайте мы вам дадим продукты. Вам же надо. Да нет, главное, чтобы вы за русский мир держите. За Путина. Да, держите. Вам надо. Держите, вам держите, надо. Держите, держите. Покушайте, давайте, давайте, покушайте. Давайте, держите весь пакет. Слава Украине. Слава Украине. Да. А вы будете? Хорошо. А вот это как? Берите, берите. За тот флаг, который мои родители погибали, а вы нас за тот флаг, который мои родители погибали, а вы нас. Съемка обрывается, и как-то за стариков неспокойно. Красный флаг. Под ним был сокрушен нацизм. Значит, ясно, кого ждали и как им жилось под той украинской властью. Что они вдвоем против военнослужащих ВСУ, вооруженных до зубов и, к тому же, похоже, без стыда и совести. Глумиться над стариками, которым несколько лишних шагов со двора сделать, целая история. Но финал ее, когда старушка отказывается брать пакет с едой из рук человека, человек, наверное, не совсем применимо, вставшего ногами на советское знамя. У меня просто нет слов. Знаете, говорят, преклонный возраст. Так вот, сейчас не знаю, как вы, а я увидел, что значит непреклонный дух. Вот таких защищать святое дело. И видит Бог, есть кому защитить.